Родители смогут оставить в магазинах заявку на недостающий размер или модель школьной формы. К сезону Беллегпром начинает готовиться с декабря, чтобы летом вся продукция была в торговых объектах. В этом году концерн произвел около 800 тысяч изделий, а также 300 тысяч пар обуви. В Беларуси все чаще останавливают водителей с просроченными правами. Штраф до 640 рублей. Для обмена необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ. При себе должны быть документ, удостоверяющий личность, старое удостоверение, медсправка и подтверждение оплаты услуги. Белавия сообщила о проблемах при покупке билетов на самолет онлайн через сайт и приложение. Временно приобрести квиток можно в авиакассах и у агентов за наличный расчет. Проблему обещают устранить в кратчайшие сроки. В Мечте завершилась четвертая смена. За два месяца оздоровительный лагерь принял 2400 ребят. В этом году здесь впервые организован пятый заезд. Время с пользой проведут еще 600 школьников. Всего в здравницах Могилевской области этим летом отдохнут 44 тысячи человек. В урочище «Белый берег» 19 и 20 августа пройдет традиционный туристический слет среди работающей молодежи. В программе эстафеты, спортивные состязания и творческие конкурсы. Заявки на участие можно подать до 16 числа в физкультурно-спортивный клуб Бобруйского района.